Давайте посмотрим, что было в подарке. Завтрак донора. Там было вот таких два браслетика. Видите, с надписью «Донор Сапиенс». Ну, как Homo Sapiens, человек разумный. Только здесь «Донор Сапиенс», либо «Умный донор». Нет, скорее всего, «Донор Разумный». Вот браслетик белый с красными капельками крови. И второй вот такой красный с белыми капельками крови. И вот здесь что у нас написано? nfrz.ru. Следующий подарок — это вот такая настольная игра под названием «Московский донор». Видите, целый город здесь нарисован, людей, он служба крови с их характерной аббревиатурой, да? Запечатано, классно, «Московский донор». Внимание! Перед вами уникальная игра, не имеющая аналогов. Я еще ее не распечатывала. Так, на 2-6 игроков от 14 лет. Игра от 20 минут занимает. Поиграем. Ну и остатки. Диплом. Соцмедиа акции «Завтрак донора». При зрительских симпатий Ярославна Громакина. ВКонтакте Ярославна 09. Директор Национального фонда развития здравоохранения Стефанюк ЕИ, Москва, 2019. Угу. Я размещала информацию везде, и в Инстаграме, и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Вот, видите? Классно. Я сама не могу быть донором, но поддерживаю очень донорское движение. Вот еще такие призы. Завтрак донора. Спасибо. Это тарелка. Такая классная круглая тарелка. Сердечко из ножа и вилки. С хэштегом «Завтрак донора». И спасибо со смайликом. Классно. И еще вот такой магнит. Давайте его рассмотрим. Сдать кровь может только человек. Видите, человек за главной буквы, да? Они хотят сдать кровь, но не могут. Прям примерно.